перед законом все равны. Будь то депутаты любого уровня, исполнительная власть, органы местного самоуправления, в своей работе мы обязаны исключить любые коррупционные составляющие. Приводим в порядок дороги, откликаемся на просьбы жителей, находим средства на строительство мостов, возводим современные школы, детские сады, спорткомплексы. И на фоне такой жесткой финансовой дисциплины, постоянного поиска средств на решение точечных социальных проблем, особенно вопиющим выглядят факты нарушения закона со стороны госслужащих. Я располагаю информацией из муниципальных районов о том, что один из заместителей министров социального блока занимается поборами на расходы к новогодним праздникам. Расцениваю это как вопиющую ситуацию. Я не могу доверять такому государственному служащему, принимая решение о его увольнении.